think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной тест. Не знаю, интересно, неинтересно, сейчас посмотрим. Я уже запарился, уже 400 коробок открыл, дофига времени потратил, и обряд лечения вообще не падает. Пятый, только четверки. Куча ассесок, куча всего, обряд пятый вытащить, ну я не знаю, это надо, наверное, целый день потратить, чтобы с коробок его вытащить. Просто тупо не падает. 400 коробок слил, нифига не падает. Я не знаю, с чем это связано, но я уже запарился. Наверное, мы пойдем сейчас вытащим обряд, какой у нас будет, либо четверку, либо пятерку следующую, и пойдем тестировать новую сборку. Решил я сделать непробиваемого зефира, посмотреть, как он будет держать дамаг. Он без уклонений, потому что я его делал чисто билд на жизнь. Возможно, повезет, возможно, нет. С обрядом у него добавится еще дополнительная жизнь, плюс отхил с каждого удара, что немаловажно, потому что на сегодня по локациях надо, чтобы герои быстро хилились. Ну, варианта 2, либо ССК, если у вас есть ворожей, если вы будете бегать солы на некоторых локациях, у многих ворожая сливает, тогда обряд лечения будет лучшим вариантом. Так как есть герои с ограничением, ну вы знаете, что зефир процентуально восстанавливает себе жизнь. И, например, если взять битву гильдии, там где есть юниты изначально, он будет отхил получать от них очень маленький. Пока он дойдет до героев, то он может уже слиться. Плюс, если герои будут с отражалками, то его отхила собственного не хватит. Вот, соответственно, лучший вариант для таких локаций — обряд лечения. Ну, короче, поехали. Будем тестировать такую сборку. Сейчас я вам покажу. Вот такая вот сборка. Ракушка, ожог. 10 эмблемой плюс обряд лечения. Что это нам дает в итоге? В итоге у нас есть 50% невосприимчивости от таланта, и от ожога 80% неполучения дамага. Опять же, есть кулдауны. Почему я это вцепил сюда, не поставил огненку? Ну, с огненкой уже тестировали. Огненка, конечно, поуниверсальный, но здесь интересно посмотреть, как он не будет получать дамаг. Плюс 60% и 8% от хила. А здесь у меня все на жизнь. Ну, это такой вариант спорный. Лучший вариант с точностью. Я его вам показывал. Точность на сегодня намного универсальней будет. В общем, поехали. Я хочу его, можно поставить, конечно, сюда еще и Дрога, тогда он будет очень много дамага получать, но мне кажется, уклонение будет лучший вариант. Но мы его будем использовать на битве гильдий, поэтому мы ставим сюда Цепа и бежим смотреть, что у нас получится. Так, что у нас сегодня по битве гильдии? 1-4, 900. Так, 1.8, 1.6. Давайте отсюда начнем. Так, что у нас есть? Фрейка, Зефир, Фобушка, Землеройка. В общем, куча отражалок. Поехали, посмотрим. Сразу же словили стан. Но самое интересное дальше будет. Ну, вот смотрите, как он начал проседать. Вот тут видите, отхил маленький, 230, это отхил у нас идет 23 от юнитов. 23-230, я так понял, у нас там, а вот блокировочка прошла, спектр. Посмотрим, космо ударил, не, видите вариант. Сейчас на сегодня актуальный, самый актуальный вариант — это на героях спектр. Зефир даже такой сборки, 54%.
Шанслива максимальная, как обычно. То есть он не выдержал. Обряд лечения нас тоже не спас. Блокировки нас не спасли. Давайте еще нашу имбу закинем. Хотя, в принципе, у нас вообще без вариантов. Надо было хоть Ронина собрать. Ну, шанслива, как обычно, максимальный. Все. 75%. Так, окей, поехали на следующего. То есть, как видите, блокировки тоже особо не играют, не спасают. Спектр на сегодня, конечно, обалденная тема. И герои, которые дамажат по другим и активируют его, ну, просто страдают от этого, от этой чарки. Вот опять же, на ком-то спектр есть. Сейчас посмотрим, что у нас тут получится. Ну, нули, конечно, есть. Вот смотрите, блокировка пошла. Тот же самый вариант. Вообще просто под спектром улетает в никуда. Тоже на 2. Это мега имба, ребята. А, так, интересно, поехали здесь. Хоть кого-то я смогу затащить. Как видите, на сегодня спектр самая актуальная чарка для PvP локаций. Ну, СС-ка тоже, но если есть спектр, то это, конечно, прикольненько. Смотрим опять. Ну, без вариантов. Просто без вариантов. Пять с пяти. Сегодня у нас будет мега прохождение, я сотрю. Но все-таки я дотестирую. Интересно, хоть кого-то мы затащим. Тут тоже спектр есть. Но этого мы должны, по идее, затащить. 50% или тоже нет. Давай тащи. Ну, видите, обряд лечения нифига сделать тоже не может. То есть обряд уже тоже не спасает. Изи просто. Изи катки. Это, наверное, самая крутая битва гильдии. Так, что, ну я надеюсь, здесь хоть мы затащим. Так, что у нас тут? 1-4. 1-3. Да, ребята, может мы одну, хоть одну катку затащим. Сейчас посмотрим. Видите, даже если взять, будет у него уклонение, я думаю, от спектра это все равно не спасет. Мы только попадаем, нас сразу же блокируют. Нужно будет потестировать вариант поставить побольше, поставить питомца с уклонением. Посмотреть, что в итоге получится у нас. Да, но тут должны мы затащить, я надеюсь. Но обряд вообще никакого результата не дает. Жесть. Здесь нету зефира. Был бы здесь зефир, наверное, мы бы уже отлетели. Эпические катки сегодня. Все равно, я думаю, мы 1012, 15, 13 набьем.
Итого 15 тысяч при 4 сливах. Нормально, чёрт. В общем, не знаю. Как видите, на сегодня спектр самая топовая чара, против которой, в принципе, даже такая сборка ну никак не спасает. Добавили мы уклоны, сейчас посмотрим, что у нас с уклонениями получится. Нас уже Мэри шатает. Не, все равно пофиг. Просто пофиг. Да, миссают, но я не вижу результата. 50% плюс 80% не получения. Ну, может быть, где-то чуть-чуть плюс-минус. Надо намного больше, наверное. Надо все-таки уклоны все выставлять. Тогда, может, будет какой-то толк. Посмотрим. Сейчас против божества. Ну, тут вроде держится. Нули проскакивают. Можно как вариант выживания. Не, вот видите, сразу же прошла блокировка, и все, он сразу просто улетел в минус. Вот так вот. То есть против спектра на сегодня даже это не спасает. Интересно, надо будет потестировать у себя, повыставлять спектры на героях и ствинка понападать, посмотреть, что в итоге получится. В общем, такая вот, ребят, битва гильдии сливная. Но мы зато протестировали очередную мега-имбу, хотя на сегодня Зефир это, наверное, один из таких донатных и востребованных героев и универсальных. Смотря, конечно, против чего и против кого. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.